World Food 2022 продолжается. Вместе с ней и мы продолжаем общаться с нашими участниками. С нами сейчас Артем Рытов. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Артем, я руководитель маркетинга пива безалкогольного комбината «Крым». Мы приехали на World Food из Симферополя, представляем наши новинки, нашу продукцию, как отечественному, так и импортному потребителю. Расскажите, пожалуйста, как долго вы присутствуете на рынке и где вы представлены? На рынке мы присутствуем с 1982 года, нам в этом году исполняется 40 лет, мы празднуем юбилей, масштабно, активно продвигаем нашу продукцию как внутри российского рынка, так и на новые открывающиеся для нас рынки экспорта. Подскажите, пожалуйста, вот о линейке, есть ли какие-то новинки у вас, может быть? Да, помимо расширения алкогольной линейки, основной нашей продукции, мы представляем очень широкую линейку безалкогольной продукции, а именно сладкие газированные напитки, в частности лимонады, мохито. Наша новинка текущего года «Крым Энерджи» – это наш новый энергетический напиток, который мы в этом году запустили в продажу. Он получил очень хорошие оценки потребителей и вызвал большой ажиотаж, между прочим, в связи с его названием «Крым Энерджи». Вот. А также минеральные питьевые воды. Чем характерны наши минеральные питьевые воды? Минеральная вода у нас добывается из скважины глубиной 900 метров, ориентировочно зеркало на 900 метрах, а в принципе добывается более километра глубиной. Это природная термальная минеральная вода, лечебно-столовое у нее назначение. Вот. Она очень понравилась потребителю тем, что у нее очень мягкий вкус. Вот. Соответственно, вот эти продукты мы предлагаем нашему потребителю, в том числе и на экспорт. Расскажите, пожалуйста, выставка еще не заканчивается, но у многих есть какие-то промежуточные итоги. Есть ли у вас какие-то договоренности? Да, у нас очень много контактов с Ближнего Востока, также Турция, Иран в частности, Армения, Абхазия. Достаточно много контактов, и мы, если честно, рассчитываем вот именно эти направления в ближайшее время и развивать. Спасибо вам большое, Артем. Ну, мы вам желаем удачи, успехов в развитии на новых рынках. Спасибо большое. Всем желаю. Откройте свой Крым вместе с нами.